Привет, народ! Добро пожаловать на канал Джонни Хоррор. Мы продолжаем с вами проходить Призрак Цусима на PS5. Всем добро пожаловать, приятного вам просмотра. Ну что ж, начнем. Все еще хочешь покинуть Цусиму? Здесь мне делать нечего. Мне нужна твоя помощь в грядущих боях. У тебя есть дядя Дзин. Я тебе ни к чему. Мне нужны верные союзники. Так, на прошлой серии, кто не смотрел или кто не может помнить или забыл, вкратце расскажу, что мы спасли его дядю. Сейчас идем с ним разговаривать. Удачи тебе с дядей. Дальше вам спойлерить не буду. Смотрите в предыдущем видео, если вдруг не смотрели. Дзин. Здравствуй. Мы победим хана и подлеца Рюдзо. Выставим головы перед моим замком. Но мне нужна твоя помощь. Приказывайте. Я слышал о твоих деяниях, пока был в плену. Ты поступал жестоко. Безрассудно. Бесчестно. Так было надо. Ради вас. Знаю, Дзин. И я у тебя в вечном долгу. Но ты должен оставить этот путь. На нас полагается весь народ Цусимы. Мы должны спасти наш остров. Как самураи. А как же Юна? Она спасла меня, помогла вам. Взамен она хочет лишь попасть на большую землю. Сейчас на море Монголы. Она уплывет, когда вернем мой замок. Спасибо, дядя. Выезжаем через час. Слушаюсь, господин. Узнаю, как там остальные. Так, бейки, мы можем, кстати, что-то тут прокачать уже, да? У нас много чего открылось. Так, давайте посмотрим, что мы можем сделать. О таком мече стоит заботиться. Прошу прощения, но этого не хватит для работы, господин. Странно, блин. Столько собирал припасов, а тут не хватает. Вы что, прикалываетесь, что ли? Благодарю тебя. Ваш меч – наша защита, господин. Дзин! Что такое? Так, это торговец, да? Взгляните на товары. Странно. Я буду молиться о вашей удаче. Так, торгуюсь нам не нужно. Сагай, ты хорошо сражался вчера. Ваш лук мне в этом очень помог.
Есть вести о вероломной ученице? Люди говорят, монголам в Акасиме помогает японская лучница. Видимо, Томоэ. У моря есть лагерь выживших. Думаю, пойти разузнать у них. Дождитесь меня там, сенсей. Я помогу. Все разбросано прямо на ходу. Бери, не хочу. Только, конечно, немного, но все равно. Все, больше тут ничего нет такого. Припасики, припасики. Господин Сакай! Укрепление строится? Медленно. Но с кузницей дело пойдет быстрее. Молодцы. Вы оба. Рад помочь, господин Сакай. Дзин. Госпожа Масако, вам удалось выследить убийц? Я узнала несколько имен. Эти люди должны быть в Тойотаме. Я помогу вам их найти. Но когда придет время вернуть замок господина Симура, могу ли я рассчитывать на вас? Да, я приду. И вместе мы сокрушим наших врагов. Все, пойдемте проверим лошадку. Так, у тебя ничего нету. Что сказал твой дядя? Господин Симура поможет тебе покинуть остров. Но сперва помоги вернуть его замок. Это уже не моя война. Это война всех и каждого. Послужи господину Симуре, и он наградит тебя. Обещаю. Пора, господин Сакай. Вот она, суть самураев. Выжимать из людей все, что можно. Чем-то недовольна. Не, я, конечно, понимаю, то, что она хочет свалить отсюда. Это, во-первых, не так просто. Везде монголы все завоевали. Весь остров, считай. Едем в Тойотаму, господин Сакай. Давай. Моста нет, но монголы не знают о старой лесной тропе. Сюда. Дядя, простите, что не пришел раньше. Тебе не за что извиняться, Дзин. Я видел, что творят монголы. Боюсь представить, что вам пришлось вынести. Ну, какому-то жирному монголу не под силу сломить мой дух. Он знает наш язык, сохранил вам жизнь. Чего он добивается? Он хочет, чтобы я помог ему завоевать большую землю. Посулил богатство, власть, женщин. Думал, вы готовы предать свой народ? Уже за это оскорбление я убью его. Расскажи о женщине, что спасла тебя. Юна храбрая, верная и умеет сражаться. Исикава говорит, она воровка. Она из простых людей, но у нее доброе сердце. Друзей выбирают с осторожностью. Рюдзо ты тоже считал другом. Грядет тяжелая борьба. Мне важно знать, что я могу доверять своим людям. Я в вашем распоряжении, как и Юна. Когда-то на этом острове царил хаос. Порядок сюда принесли самураи. Они объединили Цусиму. Люди должны видеть, что самураи и ныне готовы сражаться за эти земли. Пора тебе вернуться домой и надеть доспехи клана Сакай. После смерти отца их никто не трогал. Не бойся прошлого, Дзин. Я, конечно, тоже не ожидал, что он Рюдзо предаст нас.
Чуешь запах? Горит дерево. И трупы. Чудовища. На юге они разоряли деревни. Но такого еще не было. Это хан мстит за мой побег. Надо спасать крестьян и поля. Иначе остров не переживет зиму. Я этим займусь. Все нахрен сожгли, всю деревню мне храните. Что они наделали? Впереди монголы! Атакуем! Что, уже что ли? Я думал, план. Где там еще? Воу. Ох ты, моя лошадь, козел. За это тебе хана. Так, на дяде помочь, а то он после боевок буду сам. Монголы! Я видел, в замке Канеда. Волки хана. Он отправил их разорять север. Так, ну вот и где там? Так, погоди. Так, все, пойдем. Монголы захватили маяк. Сожжем пламя. Пусть хан знает, что мы идем. И дадим людям надежду. Да, на каждом маяке мы должны зажечь огонь. Ох ты, да. Уберите, псы! Еще идут, без ворот! Вау, песики. Вау, песики. Как ты это? Песенька. А, у меня ничего нету. Ладно, хары, хватит. Фига себе, ты там стреляешь. Я ушел, отдал бай.
ты хочешь тоже дружбанить? Иди сюда. Вот так, отлично. Следующий, следующий. Ох, гад. Так, отлично. Тоже дружбан. Так, ты же справишься, да, там? Иди сюда. Это спецэффекты прям. Так, я понял. Да, нормально понял. Кунайчик, кунайчик, кунайчик. Главный бой будет ему. Подкрепление. Думаю, окружить. Мы их встретим. В смысле встретим? Че, у меня вообще ничего не осталось. Юна, почему она здесь? За мной телега. В ней монгольская взрывчатка. Используем против них. Доставай лук. Убей врага! Убьем их! Припасы, припасы. Ты решила присоединиться? Я хочу покинуть остров. Вместе с Такой. Мы не закончили. Нам нужен маяк. Мы снова зажжем там огонь. Пусть знают, что наша победа в замке Канеда лишь начало. Пусть Хан знает, что мы идем. Так, мы куда? Окей, а где он маяк у нас? Ну, где-то там впереди. И припасы нужны, что ли, отвлечь. Я рад, что ты пришла. Ты очень ловко отвлекла монголов. Что ж, рада служить, господа. В грядущих боях нам нужны такие воины, как ты. Найти таких может быть сложно. У вас ведь столько условий. Говори, что хочешь сказать, и оставь нас. Мы идем на маяк. В Ярикаве много воинов, если город выстоял. Я подавил в Ярикаве мятеж. Люди там меня не любят. Знаю. Я там выросла. Там ты научилась красть.
Юна вас уважает, господин Симура, и приведет Ярикаву под ваше знамя. Хорошо. Если поможешь собрать эту армию, я посажу тебя на первый же корабль. Меня и брата. Жди в старой Ярикаве. Спасибо, Дзин. Как-то у них лестница, по-моему... А, нет, одинаково все. Пора передать послание. Так, это что такое? Дымовая бомба. Чтобы бросить дымовую бомбу себе под ноги, враги потеряют вас. Ну, такое, честно, конечно. Ну ладно, чё ж это. Смесь благовония черного пороха дает густой дым. Можно ослепить врагов. Ну, кстати, тоже неплохо. А это что такое? Слух. Окей, слух. А это у нас? Давайте вот это прокачаем. Так, что мы здесь можем здесь и прокачать. Так, и что у нас здесь? Доспехи клана самураев. Ну, не знаю, мне это, в принципе, прикалывает. Это такой классный.
Так, 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 так. Ну давайте его. Ну, блин, ну опять куда-то ехать. Не хочу пока никуда ехать. Надеюсь, хан это видит. Увидит. Мы вернем ваш замок, дядя. И сокрушим монголов. Как подобает самураям. Вернись домой, забери доспехи отца. Приведи крестьян Ерикавы. А я попрошу у Сёгуна подкрепление. Как вы доставите послание? У меня тоже есть сомнительные связи. Один пират, Горо, из бухты Умуги, мой должник. Если он жив, я найду его. Приведи его в охотничий лагерь. Мы скоро встретимся. Но в пути будь осторожен. Я не могу потерять тебя. Господин, мы освободили пленника. Монаха-воина. Он хочет поговорить. Вот как? Я к нему приду. Это печально. Хуже того. Это жестоко. До монголов. Так, если доспехи отца надо попозже забрать, да? Вот тогда мы, может быть, их и прокачаем, если это возможность. Господин Сакай. Чё, дружбан? Так, а куда нам надо и... дальше. А, поговорить с монахом. Все, я понял. Нет. Гид монах. А вот. Господин, я благодарю вас и ваших спутников. Где ты служишь? В храме Кедра. Узнав о Комоде, наши монахи отправились на юг сражаться с монголами. Но путь оборвался здесь. Мне жаль. Что случилось? Мы попали в засаду, а потом в плен. Нас бросили в темную яму. Без еды. Ничего не видно, не разглядишь ладонь перед носом. Первым забрали Дзёгана. Мы слышали, как он борется и кричит. Потом крики сменились воем. И запахло гарью. Мы не хотели покориться. Нас было трое, когда увели моего брата, Энзю. Энзю? Хранителя? Жаль, что он погиб. Великий был воин. И прекрасный брат. Как твое имя? Норио, господин. Вот здесь нас держали. Туда не поместится и 6 человек. Уверяю, помещается дюжина. Пойдем со мной, Норио. Хочу кое-что показать. Ты приехал из Тойотомы. Что там? Храм Куси уцелел, как и целители Акасимы. Говорят, в бухте Умуги до сих пор остались пираты. Остановимся. Да их там, наверное, 1000. Господин Симура свободен. Он поведет нас к победе. Надеюсь, ты пойдешь с нами. Монахи храма Кедра помогут. Всего день пути отсюда. Помогите им. И мы отбросим монголов назад в море. Мы отомстим за твоего брата. За всех погибших монахов. Я не ищу мести. Но буду сражаться за мир.
Я поеду в Акасиму, чтобы помочь целителям. В нашей борьбе нам пригодится их искусство. Могу познакомить вас с Хоти. Мой брат всегда говорил, что он наш лучший целитель. Тогда увидимся в Акасиме. Давайте все-таки пока что, наверное, с доспехами сбегаем. Так, опс, куда это, куда? Тихо. Здесь что у нас? Угу. Я не могу никак перейти. Мне придется это. Ничего себе скакать, конечно, блин. Ну ладно. Ты славный конь, Нобу. Зато, в принципе, сейчас посмотрим, что там новенького интересного найдем. О, птичка нас куда-то зовет. Так, птичка. Куда ж ты зовешь? Кстати, давайте. Так, три раза квадратик, да? Забыл. Я в один надо нажимать. Да что? Почему последний? Все вроде срабатывает, а вот последний никак. Вообще ни хрена. Неправильно уже. Хорошо.
это одни рисовые поля, что ли? Привет, ребята. Воу. А ты как? Тихо. Ах ты. Да, классно. Да я это. Поблизости враги, где враги? И где тут враги? Я вроде совсем справился. Понял. А, вон там. Все понял. У нас ничего нету. Так понимаю, старушка, наверное, уже убежала. А, нет. Ну, а теперь... Все будет хорошо. Если бы не вы, господин Симура сгинул бы в плену. Они меня чуть не убили. Спасибо, господин. Теперь все хорошо. Спрячься в безопасном месте. Тут таких нет. Монголы ловят людей на перекрестке неподалеку. Нигде в округе от них не скрыться. Это ненадолго.
Я с ними разберусь. Но! Как бы нам по пути, в принципе, ребят, давайте, кстати, это, как-то далеко ехать-то туда. Давайте по пути будем все выполнять тогда. В принципе, да почему бы нет? Все равно недалеко. Господин Сакай, присоединяйтесь. Послушайте историю о Госаку. Слушай, я, конечно, понимаю, но мне не об этом надо, блин. Я к твоей Госаке. Господин Сакай, присоединяйтесь. Послушайте историю о Госаку. Послушаем. Норио здесь, но других монахов не видно. Помогайте раненым, как умеете. Я найду Хоти и остальных монахов и приведу их. О, хороший лук – это произведение искусства. Давай. Ваши стрелы будут разить цель подобно соколам. Это хорошо. Небывалая меткость и дальность. У вас нет нужных материалов. Прошу прощения. Да и так нормально прокачали. Уже что-то. До встречи, господин. Так, а что у нас там? А, торговец. Торговец нам не надо, не нужен. Мои доспехи спасут от монгольских клинков. Давайте оставим. Господин! Норио, где монахи из твоего храма? Хоти привел лекаря из храма Кедра, чтобы обучать крестьян в деревне. Монголы их похитили. Увели только их? Хоти пошел мирно, и деревню пощадили. Непокорных убивать, щадить смирных. Тактика Хутунхана. Напрасно Хоти им подчинился. Он хотел спасти деревню. Монголы возвратятся. Он лишь отсрочил неизбежное. Когда вернутся, мы их встретим. Ты знаешь, куда они пошли? Они выехали за чайные поля. Возьмем их след. Нельзя дать им убить монахов. Монголы их не тронут. Лекари им нужны. Когда речь о монголах, я ни в чем не уверен.
Они пошли туда, за чайные поля. Ищем следы. За чайные поля, да, говоришь? Там след. Господин Сакай, я кое-что нашел. Что нашел? Они пошли к болоту. Идем. Похоже, вы с Хоти хорошо знакомы. Он все жаловался, что мой брат слишком уж вспыльчив. Расскажи мне про Хоти. В Саго как-то пришла страшная болезнь. У людей стали гнить лица, руки, ноги. Все шарахались от больных. Но не Хоти. Он жил с ними, лечил их раны. Храбрость бывает разная. Хоти считает, что монахами-воинами движет ненависть. Но когда в моих руках Нагината, я жертвую единицами, чтобы спасти многих. И не чувствую ненависти. Ты чё, друг? Целое поле цветов, прям красивых. Попробуй тут что-нибудь найди именно. Вот они. Жди здесь, Норио. Не хочу, чтобы пострадали монахи. Еще одну веточку открыли. Так. Ух ты, нифига себе.
Ох, ты ж гад. Вау, нифига себе. Ножо! Ножо! Фурган! Неплохо. Это уже лучше. Спасите меня! Подожди. Я сделаю что угодно. Вы самурай, что восстал из мертвых? Хоти с тобой? Хоти? Нет. Но один из нас вырвался и сбежал. За ним погнались монголы. Они вот-вот вернутся. Господин Сакай, монголы идут! Норио, ты жив? Опять идут. Вы все, назад! Ух, ни хрена, умер. Вау, тут ты охренел, что ли, блин? Ах ты, козлина. Ничего, давать не надо. Ты быстро расправился. Сейчас припасы соберем. Кунайчики, кунайчики. Все целы? Да, господин. Где Хоти? Его увели с собой другие монголы. Норио, они знали имя Хоти и говорили о храме Кедра. Господин. Почему Хоти увели от остальных? Он самый опытный лекарь. Видимо, он им нужен. А еще любит пререкаться. Думаешь, он их разозлил? Зная Хоти, мог. Не стоит спешить с выводами. Сперва нам надо его найти. Я выясню, куда его увели. Тогда встретимся в Акасиме. Мы его найдем, Норио. Так, нас птичка зовет, да?